И еще о ситуации с пандемией. Две недели подряд в Новосибирской области количество выписанных пациентов с диагнозом коронавирус превышает число вновь заболевших. Такие данные привел сегодня министр здравоохранения Константин Хальзов. Вместе с тем медики готовы к потенциальной вспышке от новой разновидности ковида штаба «Омикрон». Есть у нас все поручения для Министерства здравоохранения, для других органов исполнительной власти, для подготовки к возможной пятой волне. Хочу сказать, что здесь мы для себя берем тот опыт, который мы получили в третью волну, когда у нас было самое большое количество коечного фонда, и когда мы привлекли самое большое количество медицинских работников для организации медицинской помощи именно пациентов с инфекционными заболеваниями.